Ну, первое, я хочу сделать заявление. В 16-м туре мы играли в Городе. И после игры в адрес фанатов мной была высказана фраза, что своими оскорбительными речевками в адрес команды соперника и болельщиков фанаты не помогают команде, не давят, наоборот, обстановку на стадионе против команды нашей. Такие фанаты, с такими фанатами нам не по пути. Вчера в стайках мы встретились, и они сказали, что эти слова оскорбили до глубины души. Если человек нанес оскорбление, можно извиняться, конечно. Поэтому я приношу свои извинения по высказанным фразам. Так как я их оскорбил, не считаю. Извиняюсь перед фанатским сектором. По второму вопросу, ультиматуму, что бы я подавал отставку, и они мотивировали эту отставку прежде всего оскорблением и тем, что я подсидел Рашевича и пришел к главным тренерам, чтобы заниматься своими махинациями, я думаю, что это не имеет под собой никакой пути. Я пришел в «Динамо», чтобы помочь родному клубу выйти из кризиса. Они бы просился на эту должность главного тренера. Меня назначили, спросили. Сможете, я смогу. И сейчас я считаю, что все делать в клубе, чтобы он стал опять со временем лучшим клубом страны. Есть полнейший контакт из детской школы, возглавляем Эдуардом Малафеевым. С дублирующим составом полнейший контакт и с тренерским составом, и с игроком. Последние игры показывают, команда играет смотрибельный футбол. Уже есть клуб, на что посмотреть. Но за 2 месяца команды не вернулись. И клубы тоже много не рождались. У нас полное взаимопонимание с игроками. И если я увижу, что игроки не воспринимают мои требования, как это было в «Шахтёре», я сразу уйду с командой. Но сейчас у нас полнейший контакт. И сегодняшняя игра показывала, что мы команда. Тяжело было. Мы кубок играли 120 минут в команде. Сумкачи готовились целую неделю к этому матчу. Мы еще не готовы играть в таком режиме. Но мы уже кое-что умеем. Я считаю, мы победили. По игре главное было сыграть компактно, навязывать постоянную борьбу, насколько хватит сил, не жалеть себя, ни в коем случае не садиться в защиту, играть только на атаку. К сожалению, провалы были, они связаны, как я уже сказал, с игрой на кубок. Свежести некоторым игрокам не хватит. А так мы идем правильным путем. Кому не нравится, нет. Их проблемы. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста, молодой человек, начнем. Артем Бернаско. Сегодня в начале матча почти в вас влетел игрок Крумкачёв, и вы ему что-то достаточно долго объясняли. Если не секрет, что? Я посмотрел на его ногу, травмированную, сказал: терпи, бывает больнее. Спасибо. Следующий вопрос. Руслан, после матча победы в Скиновике, означает ли это, что вам было не принципиально выиграть у соперника с разницей не меньше, чем соперник выиграл у вас в первом клубе? Вот когда мы будем командой, тогда будет принципиально. Пока мы все хорошо. И нам сейчас главное идти от матча к матчу, побеждать от матча к матчу. И решать вопрос 8, который стоит.
замечательно. Еще вопросы, пожалуйста. По сегодняшней игре, как вы считаете, было у вас у Динамо было больше ошибок или больше того, что вы им запланировали? Ошибки, к сожалению, у нас стабильны. Если брать статистику, то процент брака у нас 25-26%. Он уже 5 игр подряд. Это многовато, я считаю. Но многовато, если взять чемпионат мира и Европы, там такие проценты брака. В чемпионате Беларуси можно, конечно, стремиться к 20%. И если бы это было нестабильно, то я бы сказал, конечно, что-то другое. Но, к сожалению, брак есть брак, и он, сами знаете, что зависит от уровня мастерства и от этого состояния функционального, которое немножко дает мышцам, нам уже и голове совсем другие реакции, и на мяч, и на противника. Поэтому стабильность появилась однозначно в команде, раз процент брака стабилизировался, был больше, был 32-30% получается, когда мы сыграли. Месяц еще не были конец. А сейчас стабилизировался, значит, какой-то этап прошел, надо идти дальше. Еще вопрос? Колечко не играл до этого матча в составе «Динамо» где-то 2 месяца, а сегодня вышел сразу капитаном. Ну, он является вице-капитаном, капитан Жуковский, главный штанг, капитан. А не играл, он был травмирован, поэтому мы его постепенно подводили, давали больше. На кубок он уже сыграл почти больше тайма. Сегодня выдержим тебя. Если вопросов больше нет, нужно возвращаться к самому началу. Каким вы видите дальнейшие отношения с Фанатом, если это вообще возможно? Любые отношения всегда возможны. Главное, чтобы они были желанны с обеих сторон.